Привет, Мария! Смотри, какой у меня новый гироскутер! Ух ты, панки! Просто класс! Ага, если выбирать между скейтом и гироскутером, думаю, гироскутер нравится мне больше всего! А какие девушки тебе нравятся больше всего? Девушки? Ну, такие красивые, умные, веселые! Такие, как я, что ли? Нет, такие, как Анжелка! А я что, по-твоему, некрасивая и глупая? Ну нет, ты тоже нормальная, но Анжелка, она самая лучшая. Вот уж не думала, что ты обо мне такого мнения. О, смотри, а это моя мама. Ой, панки, купила в магазине овощи. Такая тяжелая сумка, ты помоги мне ее до дома донести. Мам, ну твоя сумка, она же розовая. Как я пойду с женской сумкой? Это же как-то не по-мужски. Ну ладно, отдохну чуть-чуть и сама отнесу. А мне кажется, что не по-мужски, это не помочь маме отнести тяжелую сумку домой. Вот уж не думала, что тебе чужое мнение важнее, чем собственная мама. Да ты просто рассуждаешь, как девчонка. Это она злится, что я на нее внимания не обращаю. Ой, какая приятная девушка. Мне она так понравилась. И чем она тебе понравилась? Красивая, умная и все так правильно говорит. Ты бы присмотрелся к ней получше. Да она с первого дня нашего знакомства пытается понравиться мне и думает, что я не замечаю. Ой, как же это романтично. Не то, что это твоя Анжелка, которая вообще на тебя внимания не обращает. Ну так Анжелка же красивее, чем Мария. Я смотрю, ты у меня большой такой вырос, а так и не набрался ни ума, ни хороших манер. Да есть у меня хорошие манеры. Давай я отвезу твою сумку, пока никто не видит. Так-то лучше. И как только этот панки мог нравиться мне, он же думает только о себе, даже маме своей помочь не захотел, а меня вообще считает глупой и некрасивой. Сестренка, ты чего это плачешь? В сонный час мне спать мешаешь. Извини, Виолетта, что разбудила. Просто этот панки испортил мне все настроение. Ну что ты так распереживалась? Он что, тебе нравится? Нравился когда-то, а теперь все. Даже говорить о нем больше не хочу. А ведь Мария и в самом деле симпатичная. Может быть, мама права? Ну ее, эту Анжелку. Стану с Марией встречаться. Тем более я точно знаю, что нравлюсь ей. Как бы мне с ней теперь поговорить наедине? Эй, чего это ты там сам с собой разговариваешь? Слушай, брат, мне тут идея пришла. Только помощь твоя нужна. Помощь моя? А ты мне что? А я за это погуляю с тобой на детской площадке. Ну хорошо, что делать нужно? Ты можешь позвонить Виолетте, младшей сестренке Марии, и позвать ее тоже прийти гулять на детскую площадку. А это еще зачем? Если Моника моя узнает, она мне такое устроит. Да не узнает ничего твоя Моника. Ну что, ты согласен? Ну хорошо, только я с твоего телефона звонить буду. Не хочу на своем деньги тратить. Ты-ты-тык. Мария, хватит грустить. Хочешь, я дам поиграть тебе свою пони? Нет, Виолетта, спасибо, конечно, но пони мне сейчас не поможет. Совсем настроения нету. Телефончик мой звонит. Алло. Привет, Виолетта. Малыш Панки, а ты зачем звонишь? А ты выходи сейчас гулять на детскую площадку. Я тоже там буду. Чего это бы я с тобой гуляла? Твоя Моника вообще-то моя подружка. Ты главное скажи ей, чтобы она с сестрой приходила. Слушай, да это не мне надо. Это мой брат попросил, чтобы ты с сестрой пришла. А то он боится сам ее на свидание пригласить. Эй, ты что такое говоришь? Это же наш секрет. Ну ладно, если ради сестры, то я приду. Но только я не скажу ей, что вы там будете. А то она обиделась почему-то на твоего брата. Да, он иногда у меня просто невыносимый. Ну все, она согласилась. Гулять пошли. Эй, ты что там ей про меня наговорил? Главное, что я задание выполнил. А как, это уже и не важно. Ой, погода сегодня просто замечательная. Хорошо, что ты меня вытащила из дома. Конечно, что дома сидеть? Я лучше на лошадке покатаюсь. Только осторожно, не упади. Ты-ты-тык, ты-ты-тык, ты-ты-тык.
Слушай, братик, ты уведи куда-нибудь Виолетту, чтобы мы с Марией наедине поговорили. А Панки что здесь делает? Привет, девчонки. Что, тоже гуляете? Да, вот так встреча неожиданная. Виолетта, пойдем на качелю кататься. Эй, а это еще зачем? Мы о таком не договаривались. Какие они милые, да? Такие маленькие, а уже дружить умеют. Да, тебе бы следовало поучиться у них, как нужно дружить. Мария, ты извини, что я тебе сегодня наговорил. На самом деле, я считаю, что ты очень красивая. Но почему ты мне все это говоришь? А я вдруг понял сегодня, что ты мне очень нравишься. Даже больше, чем Анжелка. Это все так неожиданно. Я вообще больше с тобой разговаривать не хотела. А я и не знал, что моему брату твоя сестра нравится. Ты что, думаешь, что у них что-то получится? Конечно, если мой брат что-то решил, то он обязательно этого добьется. Эй, Панки и Виолетта, а почему это вы вместе гуляете? А мы вообще-то не вместе. Это мой брат и ее сестра вместе. А мы тут просто ждем их. Ой, ну наконец-то Панки не будет больше к моей сестре приставать. Анжела, я тут узнала, что Панки и Мария теперь вместе. О, ну надо же! Как это интересно! Вы что, теперь пара? Ах, как же я рада за вас! Анжела, почему ты так решила? А мне сестренка моя рассказала, а ей малыш Панки сказал. Да, малыши такие шустрые, все раньше нас узнают. Ну что, Мария, мы будем с тобой пара? Ну я даже и не знаю. А что тут думать? Соглашайся! Эй, ты чего? А пусть наши зрители напишут в комментариях, хорошая мы пара с Панки или нет. А если вы считаете, что мы классные, ставьте лайк. А еще заходите на наш инстаграм и смотрите там наши фото. И обязательно подписывайтесь на наш канал «Веселые игрушки».